1992 год. По просьбе матерей и тогда по обращению главнокомандующего Северо-Западного округа и главы администрации я полностью финансировал постройку этого памятника воинам, павшим в Афганистане. И я был счастлив, что я могу это сделать. И делал это ни от какой ни организации. Это деньги моей семьи. Я никогда об этом не говорю. Сохранились только фотографии, священник, другие лица, военные, которые открывали его. Я не говорю, потому что это был зов моего сердца, я это сделал. Но сегодня, когда меня пытаются превратить средства массовой информации во что-то, что пытаются у людей отбирать, я показываю, что я давал в своей жизни. Давал безвозвратно, без дум о какой-либо благодарности. У меня сохранились и многие документы того времени. Я в Германии поставил технологию в городе Идербергштайне. У меня были деньги. Я привез сюда, купил на Московском проспекте, была такая структура Ленпищеторг. Я купил 2 супермаза, гречневой каши, кисели, знаете, в пакетах сахар. И привез сюда, поставил на 2 улицах. И мы дали объявление по радио, и кто подходил, раздали. И вот здесь церковь на этой же Рублевской горе, в ней была к тому времени склад азербайджанцев, картошка там была. Я восстановил полностью храм. И рядом во дворе построил воскресную школу. Вот так я отношусь к детям. И вот так я отношусь к людям. Я не пришел, чтобы отобрать в этот мир к ним. Я пришел с другим. Вот это вот мое свидетельство. Мой вклад, мой дар духовному просвещению, за который патриарх наградил меня орденом святого Даниила. Это моя большая радость, что мне было дано вот, внести свою маленькую лепту в дар просвещению. Здесь были склады картофельные. В те годы, ну, вы сами знаете, зарабатывали там люди как могли, наверное. Только начинающийся бизнес, кто-то его превратил в склады. Каждая вот деревяшечка, каждая золотинка, что сейчас здесь, это все мой труд, мое восстановление. Хочу показать для меня очень такое замечательное явление, которое произошло. Вот эта икона, это очень хорошая икона, 18 век, прекрасная работа, но она была вся разрушенная. И мне ее отдали домой, и я ее реставрировал, доил полгода. Но считаю, что сделал очень хорошо, очень добротно. Я занимался профессиональной реставрацией еще с юности, живописи и икон. И я ее полностью восстановил, и сейчас это вот моя любимая икона, к которой я прихожу.